Мы неинтересное поколение. Это надо признать. Мы все вываливаем в Инстаграм, нефиг следить даже за нами. Подпишись на нас на всех, и все понятно, что с нами. Женщины вообще стали неинтересны. Серьезно, вы все качаете жопу и все. Мода вот на такие вот бебешки огромные сзади. И все что-то в зале приседают, их накачивают, наедают. А вот моя задница, и я в спортзале. Вот я и моя... Я принесла свою подружку опять в спортзал. Вот уже я не влезаю, только жопа, 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 жопа сплошная. Мне кажется, я скоро открою Инстаграм, меня просто жопа ударит, и я закрою. Серьезно. Девочки, вот такие вот бебехи мясные сзади. Зачем они вам? Как вас потом хоронить-то, а? Ну реально, вы же прогнетесь в гробу, будете вот так вот лежать просто. Просто. Либо кто-то нехреново наварится на гробах вот с такой вот выемкой. Мужики, вот мы сидим с вами, ржем, типа, а-а-а, тупички, нифига. Продуманный план. Продуманный план. Эти тетеньки очень хитрые. Хитрожопо накачанные, даже так можно сказать. Серьезно. Потому что смотрите, что они делают. Это, знаете, есть такие цветы в Амазонии. Хищные цветы. Они такие, типа, красивые, раскрывшиеся на солнышке. Только мимо птичка или букашка какая-то, и цветок сразу ням! И все. Это для нас, мужиков. Это план против нас. Они сейчас накачают вот такие бебехи себе. И мы будем к ним подходить. Ну ты ничего, ну-ка давай. И оп, и захлопнулась. И захлопнет она это все, и все, и что хочет будет с тобой делать? Потащит в ЗАГС тебя просто. Мужики, надо противоядие. Если они качают задницы, нам надо качать гуся. Качаем гуся! Каждый день поднимаем, тренируемся там, чтобы в какой-то момент она тебе, оп, тебя захлопнула и в ЗАГС, а ты ее приподнял так, опа! Она в воздухе ножками. А ты гордый стоишь и держишь. Ну, мы ж не зря качал, а? И ты что хочешь, можешь с ней делать. Что хочешь, можешь делать с ней. Просто как мясо с шампура ее в другую сторону. Чтобы она не ушла. Еще на булках своих.